Всем доброй ночи. Пытаюсь для очередной матч на Газпромбанк. Вот наш больной, правда немножко, помаши рукой всем родителям, что-нибудь можешь сказать в эфир, как твое самочувствие, расскажи. Вот, завтра будет играть. Ну ладно, он будет махать флагом мне помогать, а мы пока снимаем ребят. Предварительно завтра в 8:20 утра по местному времени мы играем в полуфинале. Только что проверил, задержка буквально 2 секунды. На этот раз я рядом поставил ноутбук и отслеживаю, чтобы трансляция действительно шла в прямом эфире. Кристина наша. Американские болельщики. А вот и подходят наши российские болельщики. Помашите ручкой. Ну все, поехали.
Вот вы видите, Светлана сейчас будет отписываться. Ух ты! Рядом с нашим тренером пролетела шайба. Молодец, девочки. Молодцы. Можешь сесть рядом и заодно что-нибудь говорить, если хочешь. Если хочешь, можешь рядом сесть что-нибудь говорить. Ух ты! Ну ничего, вскочил мешком. Молодец. Все хорошо. Thank you.
Надо кому мосты? Молодец. Но у нас удаление Куриновича за захватку. Ну вот. Катастрофа. Да, соперник забыл ударить. О, штанга была. Молодец, Глеб.
все. Мы в пятером. Миша пошел, Миша пошел, пошел, пошел. Красивый проход. Как Вашингтон поживает? Завтра же воскресенье. О, вторая штанга. Да, так что респект и уважение родителям, которые так поздно ночью смотрят этот матч. Ох! Вау, совсем рядом. Я думал, ты нам подскажешь. Опасно, опасно, мы разрядили обстановку.
Но эта команда, по-моему, гораздо корректнее играет по сравнению с предыдущей. Ну, пока. Ой, опасно, опасно, опасно. Кристину не пройдет. Опаньки. Недолет. Игорь, я теперь контролирую процесс со стороны. Проверяю себя. Да. Прогрессируем. Да, да, да. Могу переводчиком иностранный, я знаю. Да. Добить, добить, добить. Рядом было. Все было рядом. Блин, третья штанга. Ух. Штанга подруга вратаря. Thank you.
Газпромбанк. 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 Да. Миша, давай. Удаление у соперника. До конца первого периода осталось 10 секунд. Как бы болельщик на трибунах. С одной и с другой стороны.
На еще за стеклом, там кафе. Оу! Показалось, что улица волшебная, на самом деле она в игре. Блин. Фу. Опасно. Да. Играем в равных составах, у нас сейчас удаление будет. За задержку плюшкой. Обоюдное удаление. Thank you.
У нас уже вышел Андрей. Мы рано со ставок. Молодец. Мы штангу сделали, сейчас Миша кинул. Пошел. Давай, Егор.
Миша, Миша, Миша. Эй! Там болельщики тоже болеют. Не ошибаться. Хорошая атака с нашей стороны. Мимо кассы. Пошел, перекладина. У них три, у нас две. Thank you.
Молодец! Молодец! Рядом как было. Так.
Удаление у нас Тачиров. Очень жаль. Газпромбанк! Да, блин. Вдвоем, вдвоем!
До конца матча осталось 53 секунды. Ну фантазер. Кто-то сегодня шлему Глеба достается очень часто. Ну что, будем булиты бить? Наша любимая, в кавычках, тема. Ну, рано или поздно плохие серии заканчиваются. Правильно говорит, пока как-то он приостановился перед броском. Артисты. Проиграли по булитам. Ну что, завтра будем играть в полуфинале. Соперник будет известен чуть позже. Напоминаю, 8:20 утра по местному времени.
будет полуфинальная игра. Будем ее транслировать. Ну, в принципе, всем спокойной ночи. До завтра.